Краткое содержание повести Короленко Владимира Галактионовича «Слепой музыкант». В богатом семействе Попельских рождается слепой мальчик. Мать всячески пытается опекать малыша, но ее родной брат решает взять воспитание племянника в свои руки. Максим Яценко – отважный смелый мужчина, потерявший в одном из сражений правую ногу. Он прекрасно знает, каково живется калекам, и хочет воспитать маленького Петрика бесстрашным и уверенным в себе. Максим начинает учить ребенка понимать звуки, осмысливать их. Петрик проявляет большой интерес к музыке, и мать обучает его игре на фортепиано. Мальчик самостоятельно осваивает игру на дудочке, разучивает мелодичные народные песни. Благодаря воспитанию дяди уже к 6 годам Петрик может свободно ориентироваться в доме, ездить верхом на лошади. Однако он страдает от одиночества. Спасением для него становится дружба с соседской девочкой Евелиной. Повзрослев, они решают обвенчаться. Юному Петру Попельскому пророчат большое музыкальное будущее. Однако юноша все чаще начинает задумываться о судьбе слепых людей. Он сбегает из дома с двумя слепыми странниками. Общение с ними успокаивает метущуюся душу Петра, и он возвращается домой. В браке с Эвелиной у него рождается совершенно здоровый мальчик. Петр Попельский становится знаменитым музыкантом. Максим очень горд племянником, который вырос достойным человеком.